Работа на всех стадиях избирательного процесса. Такую задачу перед собой поставили общественные наблюдатели Югры. Информационное сопровождение их деятельности обсудили на круглом столе с представителями региональных СМИ. Встреча прошла на площадке РИЦ Югра. На днях стартовали обучающие семинары для наблюдателей, которые будут задействованы на предстоящих выборах президента России. Напомню, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В Югорском штабе общественных наблюдателей уже 2300 человек. Их работа вне голосования пройдет с учетом накопленного опыта предыдущих лет, подчеркнула председатель общественной палаты округа Алсу Маганова. Мы считаем, что важно освещать и цель, задачи общественного наблюдения, чтобы было понимание, зачем это нужно, зачем этот институт функционирует уже на протяжении многих лет, что обеспечивает общественное наблюдение, как формируется корпус общественных наблюдателей. Хотелось бы отметить, что благодаря тому, что вы вовлеклись активно во взаимодействие с нами в период подготовки на семинарах наших общественных наблюдателей, мы видим то информационное поле, которое создалось. И очень активно граждане наши, югорчане, проявляют интерес. Интерес к процессу общественного наблюдения за ходом выборов проявляет и молодежь. Работа с этой категорией также важная сфера деятельности, так же, как и противодействие фейкам. Также следует сказать, что у общества российских граждан, у отдельных людей все-таки мы наблюдаем информационную устойчивость к лживой информации. То есть тот процесс, когда люди сталкиваются с попыткой ввести их в заблуждение, он в большинстве случаев встречает недоумение, стремление разобраться.